Так, по-прежнему 12 мая. Еще раз вопрос такой. А где же там должны быть укрепления? Почему мы сейчас в Харькове должны гадать, дойдут до Липцев россияне? Будут ли нас обстреливать? Объясняю. С высоты своего 50-летнего опыта. Слово «должны» ну, не работает совершенно. Понимаете? Там муж должен не изменять жене, Советский Союз должны защищать там 150 миллионов граждан. Кто-то защищал Советский Союз. А семью, вы знаете, много семей, которые там муж гуляет или жена гуляет, должны, понимаете, вы должны нас учить, вы должны нас обеспечивать, вы должны. Это не работает. Украине еще сильно повезло, как государству, как стране, что нашлось достаточное количество людей, которые пошли и начали ее защищать, несмотря на то, что, ну, все, да, ну, то есть Марк Милли, там, это пятизвездочный американский генерал, говорил, что при нападении России полномасштабно на Украину Киев продержится 2-3 недели. Да, откуда, наверное, Арестович стырил эту фразу. Это ж, ну, как бы авторитетные люди. Украине сильно повезло, что нашлось огромное количество людей. Кто-то должен защищать свою родину, там, отдавать, да, должен. Но он там Тису переплыл и сидит там сейчас где-то в Европе. Но так же. Но мы будем исходить из того, что кто-то должен или кто-то есть. Почему, там пишут, почему столько сел уже тогда потеряно? Объясняю. Потому что все-таки есть у армии ограниченное количество ресурсов. Вы понимаете это, да? Никто же не рвется сейчас в военкоматы там в огромном количестве, правда? Ну, я не слышал об этом, я уже третий год в армии, но я так, судя по соцсетям, вижу, что не особо там на пополнение личного состава люди за это самое. Вот есть какое-то количество ограниченного там у офицерского состава людей, которые они могут использовать. И военачальник там, он старается там на каких-то ключевых точках сосредоточить то ограниченные средства, то есть личного состава, то есть количество личного состава. Понятно, там где высоты, там где там можно закрепиться, там где там какие-то складки местности. Понятно почему, но за села цепляться. Бывает такое, что за села цепляются, потому что работено вот тут, где постоянно мы ездим, да. То есть это ж как раз такой случай. Малюсенькое село там в 3 избы. Уже год за него там россияне пытаются его назад отбить. Там уже нет ничего. Да. Так вот, я что вам говорю. Я пытаюсь, то есть, просто, если вы там где-то находитесь, действительно, Липцы, там, Северная Салтовка, я вам давал эту инструкцию, да, которую я считаю правильной. То есть, ориентируйтесь. Грады, если по вам прилетают, это уже надо собирать чемоданы, переезжать в более удаленное от фронта место, это 20 километров. Эти самые, прилетают ствольные, это 15 километров, фронт приблизился к вам, тем более пора уезжать. Рекомендовал бы. Если мины прилетают, ну, 100% я бы на вашем месте уехал. Такие обстоятельства, понимаете? Вот столько там, вот, на нас напала вторая армия мира. Ну, как бы там ни было, понимаете? Мы третий год держимся. Спасибо, что нам помогают. Да, в 14-м и того не было со стороны западных стран. Не рассчитывайте на то, что там кто-то должен что-то сделать. Кто сейчас в Харькове, кто сейчас там, не дай боже, в Липцах там. Слушайте там какие-то рекомендации местных властей и беспокойтесь о своей, ну, о своей безопасности, извините за это самое. Что там дальше еще? Хрен они возьмут Харьков. Но крови они попить могут там в Липцах, вот там в Стрелече уже, там, ну, Стрелече, которая на Волчанске, там, конечно, могут. Но опять же говорю, пока нам эти не пришли F-16, они будут этими кабами, нас фабами там троллить, и у них это пока получается, да? Ну, ждем, пока дойдем, ну, продержимся, мы держимся 10 лет уже по факту, да, с 14 года, начиная с аннексии Крыма и захода их на Донбасс. Нам сейчас, ну, дают нам оружие, насыщают нам оружие, медленнее, чем хотелось бы, но, блин, лучше, чем ничего, правда? Мы их перебьем 100%, вы не паникуйте, и просто, если это действительно, если вы сидите там где-то, не знаю, сейчас в Киеве, там, или во Львове, или там за рубежом где-то, не паникуйте вы, не изводите себя нервы, понимаете? Потому что сейчас такие вложили, а уже одно то, сколько россияне сейчас вкинули в эти, как это называется, ИПСО, да, то есть у меня там завалено просто всякими этими комментариями и угрозами там, и чем только нет, понимаете? То есть, что
Это уже одно это показывает, что они рассчитывают на то, что мы, ну, вербально нас подолаты, понимаете? У них сил особых-то уже не осталось, потому что нету их 90. Там за 2 года мы искромсали их армию очень конкретно. А восстановиться, в отличие от нас, от украинцев, им практически нечем. Северная Корея да Китай, которые не торопятся им помогать, правда? Держимся все. Сейчас у нас, я же говорю, уже 2 месяца, там, по крайней мере, у меня там вот это с контузией там мои. То есть проблема это кабы, как мне кажется. Если придут нам эти вооружения F-16 и нормальные к ней подвесы, чтобы там сработало, они потому так и торопятся. Они, по-моему, просто сейчас все вложились, вот это вот, понимаете? В цепсошников, там, во всякие, в личные составы кидают просто всех подряд. Блин, давайте, сколько захватите, столько захватите. Не паникуйте, а вот это должны. Ну, это так не работает. Повзрослейте, парни, девушка. Хорошо, что оказалось достаточное, в Украине все равно оказалось достаточное количество людей, которые воюют, умирают, убивают за Украину. Понятно? Могло не оказаться. Куча стран в истории была, которые некому было подняться на защиту этих стран и государств. А у нас нашлось. Это, по-моему, все будет Украина. Не переймайтесь. Харьков не возьмут, запомнили?